Отец и адвокат парня, который был осужден за драку у паба Хэрроц в Орске, категорически не согласны с решением Ленинского районного суда. Напомним, в сентябре 2023 года в ночное время суток возле развлекательного заведения возник конфликт между молодыми людьми, в ходе которого умер 22-летний Данил Тактаров. Следствием установлено, что он получил не менее 3 ударов, которые стали для него смертельными. Однако главный фигурант уголовного дела так и не признал своей вины. Защита настаивает на том, что единственный свидетель, который видел драку, оговаривает подсудимого. А в показаниях остальных свидетелей множество разногласий. Суд признал арчанина виновным и назначил ему реальный срок. Признать виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Отец и адвокат осужденного считают, что он невиновен и не имеет отношения к гибели Данила Тактарова. Приговор, которым считаю незаконным, так как все факты и показания свидетелей говорят о том, что мой сын не причастен к смерти Тактарова. Дальше мы будем подавать на апелляцию и добиваться справедливого решения. Приговор считаем незаконным по тем основаниям, что он был вынесен на основании недопустимых доказательств, которые были получены в рамках следствия, и также на доказательствах, полученных в рамках судебного следствия и предварительного расследования, на противоречивых доказательствах, противоречивых показаниях свидетелей. Я, безусловно, уверен в непричастности к совершению указанного преступления. Естественно, будем добиваться справедливого судебного решения. На то, чтобы обжаловать приговор, у них есть 10 дней. Татьяна Лакеева, Алина Валиулина, Николай Бараников, служба информации, телерадиокомпания «Евразия».